Алло. Привет, а? Как дела? Понятно. Придешь ко мне в гости? Ура, ладно, все, жду. Пока. Так, теперь нужно расставить чашки. Вот здесь. Так. И по бокам. Вот. Теперь нужны вкусняшки. Вот, ребят, я уже сделала вкусный чай с шоколадками. Здесь шоколадка Сникерс и Милки Вей. И вот моя подружка пришла. Всем привет. Я Юлина подружка. Так, будем пить чай. Ребята, ничего, да чай получился. А как ты скажешь, Катя? Кстати, Юль, я пришла не с пустыми руками, а с волосатым другом. Посмотри, как он смеется. Такой классный. Хочешь еще послушать? Сейчас, включим. Классный. Сейчас попробуем чай, посмотрим. Я тоже оценю его. Чай вкусный ты делаешь. А как у тебя дела? Да нет, у меня дела хорошо. А как у тебя дела? А холодно, я приодела свою шубку. Да? Вот. У меня дела тоже хороши. А какие оценки в школе получаешь? Как жизнь и так далее? Все у меня хорошо. А у тебя какие? У меня тоже хорошие оценки. Четверки, пятерки. Чем любишь заниматься каждый день? Да нет, у меня все хорошо. Вот я люблю рукодельничать каждый день, когда уроки делаю. И, кстати, я еще люблю играть зайками. Посмотри, какие у меня целых 3 цвета зайк. Есть вот такие 3 цвета. Беленький, желтенький, серенький. Его, точнее, зовут Ананасик. Ее зовут Капучинка, а ее зовут Снежинка. А у меня есть своя любимая игрушка. Это мой Альф. Я с ним никогда не расстаюсь. И ты не забыла? Такой классный, такой пушистый. Давай попробуем кусочки шоколадки. И запьем чаем. На тебе шоколадку. И мне. Мой любимый с орехом. Вкусно. Попробуй, тоже очень вкусно. Ну, конечно, я сейчас попробую шоколадку. Как вкусно. А у тебя какая любимая шоколадка больше всего? У меня, например, вот это с орехом. Ну, не знаю. Но у меня любимая шоколадка либо Баунти, либо вот такая шоколадка. Но раньше у меня была любимая такая же шоколадка Альпен Гольд, только вот здесь вот у нее такая фиолетовая штучка, типа йогурта черничного, вот. Ну а сейчас вот эта любимая упала. Понятно. Вкусные ты любишь шоколадки. А ты знаешь, что обычная шоколадка Сникерс, она чуть-чуть похожа на вот эту. Может, с орехами. Вот, а ты умеешь валять?
Да, конечно, я умею валять. Вот ежика сваляла, вот такого красивого. Еще сваляла две клубнички. Вот. Классный, да, ежик? Посмотри. Какой красивый ежик. А тебе помогали взрослые? Очень красивый. Так, ты не ответил на мой вопрос. Тебе взрослые помогали вот такую прелесть свалять? Ну, мне помогала мама. Ну и шар вот этот сам подваливал папа. Очень долго мы валяли, целых 2 дня. Вот. Ладно, ну ладно. Мне пора домой идти, уже поздно. Спасибо. Пока. Постой, Катя, ты Альфа оставила!